В Омской области продолжается модернизация системы оказания первой медицинской помощи. Сегодня губернатор Виктор Назаров лично вручил ключи от 31 автомобиля водителям медицинских бригад. Общий объем бюджетных затрат на покупку всей партии машин составил порядка 57 миллионов рублей. Программу по модернизации системы оказания скорой медицинской помощи власти планируют завершить до конца 2013 года. Так, на приобретение дополнительных автомобилей скорой помощи в облбюджете заложено еще 10 миллионов рублей. Машины, купленные на эти средства, будут распределены по городу и области. Мы на сегодня не делим скорую помощь городскую и областную. Сегодня сюда поступает 31 автомобиль, и мы по области в прошлом году покупали новые скорые помощи, и в этом году мы отдаем 14 новых автомобилей еще и на территории Омской области, где не хватает. Да. И вот этот, который 10 миллионов мы в этом году еще дополнительно выделяем, они также будут распределены и по городу, и по области. Новые автомобили представляют собой стационарный госпиталь на колесах. Они оборудованы всем необходимым для проведения реанимации и интенсивной терапии пациентов. На одной машине можно одновременно оказывать помощь 3-4 пострадавшим. Оборудование адаптировано полностью под скорую помощь. То есть переносит холод, переносит жару, переносит тряску. Это специальное оборудование для скорой помощи. Оно полностью в комплекте автомобилей. Впервые поступили. Прежние автомобили доукомплектовывались на станции скорой помощи оборудованием, которое, скажем так, не всегда соответствовало требованиям скорой помощи. Вот. То есть вот это принципиально. Автомобили очень теплые. Для Омска это имеет огромное значение. Первая партия, когда поступала, было под 30 холода, в машине было жарко. То есть это имеет огромное значение. Это автомобили, которые будут использоваться для оказания реанимационной помощи детям, а там вообще перепады температуры недопустимы. Сейчас все поступившие автомобили ставят на учет, и уже в ближайшее время они смогут оказывать неотложную помощь омичам. С учетом новых машин жителей Омска будут обслуживать 92 бригады скорой медицинской помощи.